Карельский оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение отложить на 3 недели требование пропускать в детские сады только тех взрослых, которые имеют QR-коды о вакцинации или другие аналогичные документы. Родителям без кода запретят входить в дошкольные учреждения с 20 декабря, а не с 1, как предполагалось ранее. Об этом во время онлайн-трансляции в социальных сетях рассказал министр образования и спорта республики Роман Голубев. Последняя неделя показала сокращение заболеваемости детей в целом. Заболеваемость дошкольников сократилась на 6%. Важный вопрос – это заболеваемость педагогических работников. За 2 недели она сократилась на 28%. В прошлом году в это время заболеваемость педагогов была в 5-6 раз выше среднего показателя. По словам министра, коллективный иммунитет в системе образования приближается к 90%. Оперштаб продолжит ежедневно следить за эпидемиологической ситуацией, и в случае ее ухудшения сроки введения ограничений могут быть изменены.